Эй, ребятки, всем привет, мои легионеры, Александр снова с вами, продолжаем. Продолжаем мир юрского периода. Так, что произошло за это время? Появилась еще одна игра. Хитрые хищники, на нее дается 3 дня. И первое условие это 3 обычных хищника. 3 обычных хищника, как видите, здесь стоят все хищники, но максимально прокачанные. То есть догадываюсь, что следующий этап будет редкие и супер редкие. Ну, чего, конечно, я не смогу выполнить, потому что у меня их не будет. Но первый уровень можно попытаться. Сейчас я попробую. Блин, 200 тысяч, я в шоке. Сколько это все дело стоит? Ну, как видите, у меня Гуань Лун немножко не в форме. Где ты мой? Хрень Пунь. Где мой Гуань Лун? Вот тут снизу где-то был. Вот, давайте сейчас я их, наверное, солью. Так. У меня их как очень много еще этих ребят. Так, у нас там еще задание, да, скормить там столько-то мяса нужно. Это скотина, не дошло. Так, ладно. Думаю, нам придется его. И еще была новость. Какая новость? Так, вылупился Димитродон. И я собрал еще сколько-то там денег, выполнил задание какое-то сюжетное. Давайте сейчас вот клацнем сюда. Но чуть-чуть не хватило до уровня, сейчас вот хватит. Выполнил какое-то сюжетное задание. Так, купите и разместите костер. Есть такое. И купите и разместите 5 украшений. Да как ты мне дорог. Как ты мне дорог. Я же разместил все украшения. Купите и разместите костер. Ладно. Думаю, займемся потом. Потому что нам нужно будет много денег. Так, соберите 15 тысяч с вертолетной площадки. Я собрал пока что мало. Так. Улучшите любого. А, лазавра мы пропускаем. И вот задание. Потратьте еды. 200. 100 тысяч нужно еще потратить. Где там Димитродон мой? Кто его видит? Где оно? А, вот он. Вот мой Димитродон. Сейчас я его качну, смотрите, 4000, это будет, вот, я выполнил задание, да? Сколько еды он сожрал, скотина? Не поплохело тебе, животное? Выполнили задание и переходим на новый уровень. А чё, ничего мы не перешли на новый уровень? А, мне тоже 50 долларов всего лишь мне дали за это. Так, ну, ждем вертолетную площадку. Купите, разместите костер, ладно. Да, мне нужен этот. Нужно платить бабло. Хотя бы 30-й пусть будет, сейчас попробуем. Место. Животное. Но опять же, если столько тратить там особо много денег, здесь смысла нет. Смысла нет. Почему? Потому что награда всего лишь супер редкий. Хотя не, супер редкий это хорошо. Вот какой-то там хищник будет. Кстати, да, на арене много появилось людей с интересными хищниками, которых у меня еще нет. Так, 99.
Ну, давайте попробуем так. Минус 200 тысяч. Так, за два удара меня не вынесет. Блин, я петух какой-то. Видим, у меня петух. Так, что? Сделаем жертву? Давай. Атакуй меня на все очки. Я тебе разрешаю. А у меня 8. Ха! Раз, два, три, четыре. Ну, по идее, победим. Ну, 6. Он атакует на все 6. Ну понятно. Победа будет за нами. Восемь. Раз, два. И раз, два, раз, два, три. Победа. И нам напоследок останется. А, хотя какая победа? Еще не победа. Еще гитаратора нужно вынести. Петушок, золотой гребешок. Три, еще раз, два, три. Давай так. Шесть. Ну что, ну давай, выноси. Пять. Пять из восьми. Убил. Два в защиту, четыре сохраняем. Не атаковал. Ну все, такой на все 8. Ха! Победа! Надо, кстати, сфотографировать, да, скриншотик сделать. Какой петушок красивый. Поздравляем! Есть скриншот. Хищники редкий. И кто у меня есть из редких? Ни хрена себе. Ну вот я уже этот уровень пройти не могу. У них все максимально прокачаны. Не, не максимально. 35-й. Ну, посмотрите на монолофозавра. Он на 35 уровне имеет 629 здоровья. То есть, ну, то есть это я вообще никак не могу пройти. Он меня с двух ударов сложит. Дилофозаврик у меня всего лишь один. Давайте глянем, что у меня есть. Чем мы можем подсобить. Ну, есть у меня дилофозавр. И все. Карнотавра нет. Вот ты, дилофозаврик. Ну и что мне даст это? У него какой там был урон, блин? Не посмотрел. Очень мало. Очень мало. Дилофозавр, алозавр. Можно сделать алозавра покруче.
В общем, пусть себе растет. Дилофозавра поставим. Пусть себе растет, вдруг пригодится. 3 дня. Не заставляют тратить очки. Заставляют тратить баллы. Да, тут, конечно, на везении, разве что. Мне все равно будет 20-й, ну, максимум 30-й уровень. И то не всех. Потому что я не буду тратить деньги. Ничего, ради какого-то супер редкого хищника. Супер редкий не интересен. Для участия в боях нужны легендарные. Кого они там нам дарить, сейчас посмотрим. Редкий. Супер редкий. Кто у нас там? Ну вот супер редкий. Редкий, редкий, редкий. Нет у меня даже того динозавра, которого там он не предлагает супер редкого. Ну, это, по-моему, не он. Зеленый какой-то. Легендарные, то гибриды. Очень странно. А, вот супер редкий. Подождите, там же будет супер редкий. Супер редкий. Это у нас Велосирептор и Спинозаврус. Спинозаврус. А у меня спинозавр вообще есть? А, да, вот раздражитель. Вот это спинозавр, да. Так, что у нас там спинозавр? Чё оно лагает? Прям как на компьютере. С чего бы тебе лагать? Раздражитель 41. Понятное дело. Так, тогда... Да тогда, тогда что у нас еще? Можем еще разок сразиться. Даже не так. Против хищника хорош. Вот этот, а потом вот этот. Давайте в новой конфигурации попробуем сразиться. Этот, ну, равный бой. В прошлый раз. И прикольно. Наверное, я сразу его коцну. Блин, сменить у него был первый ход, а не у меня. Вау. До свидания. Нет, не хватило, ё-моё. Это я, наверное, так сгоряча сейчас и засрусь. Давай, давай. Он поставил один защиту. Сейчас идет смена. Ха-ха, вынес, гада.
Ну, сейчас он меня вынесет, правда. Но теперь нет у него травоядного. 5. Атакуй, значит, 5. На 3. Вот гад. Атаковал всего лишь на 3. На 3. Пробуем так. 2. У него сейчас появится этот. Он одно очко на замену потратит. Ну, как я и говорил, у него остается 3 очка, но он меня может убить. У него осталось 3 очка. 1, 2, 3, 4. И 1, 2. До свидания. Баллов. Делаем классический жанр, делаем подставу, пусть атакует, убивает, все хочет делать. 8 баллов, нифига себе. 6 атакует. Ну вот он и проиграл, атаковал на 6. А я сейчас его атакую на 8, на 7, ладно, 7 минус 2 на 5. Сейчас будет 5000 урона, ладно, 4. 3483. И это победа, черт побери. И двигаемся. Блин, всего лишь 40-я позиция, ё-моё. Я с такой частотой, как я могу играть, я буду, блин, наверное, откатываться с таким же успехом, как и подниматься вверх. Так, они козлы же мне в прошлый раз. Скиданули. Так, блин, еще скачет, это, блин. Тормозит, это рулетка гребаная. Да, сюрприз, короче. Ладно, все, на этом тогда заканчиваем. До новых встреч!